Добрый день. Продолжаем рассматривать программу ОЗЦ-6.1. Так, ну и после отрисовки первого этажа переходим на второй этаж. Ну, здесь уже у меня кнопочка нажата, то есть я беру те проекции, которые были у нас отрисованы с подвала. А так, если у вас что-то изменилось, принцип тот же самый. Берем из файла и отрисуем, ну, то есть я уже брать не буду. И вставляем, и чтобы у вас конструкции совпадали этажи. Так, следующее. По идее, здесь тоже мы можем начать с пола, но ввиду того, что у нас здесь помещение однотипное, и разность температур составляет 3 градуса и менее, поэтому здесь я межэтажное перекрытие не отрисовываю. Хотя, по идее, можно. Только в том случае, если у вас разность температур нижнего помещения и верхнего отличается больше, чем 3 градуса, то есть там 4, 5, ну и выше. Поэтому здесь я сразу же начинаю с наружных стен. Собираю наружные стены и начинаю отрисовывать наружные стены. Так, вот, я отрисовал наружные стены. Сразу же тоже давайте внутренние стены отрисуем. Так, ну и у нас с 4-2 по 2 окна. Давайте их поставим. Так, вот мы это все сделали. Так, и еще у нас есть внутренние двери. 4 штуки. Тоже их поставим. Так, вот мы все отобразили. Так, ну и переходим от рисовки непосредственно к помещению. Так, тоже здесь можно выбрать. 201, вот у меня комната была. Начинаю отрисовывать. И программа вам сразу же помогает углы нарисовать. Так, ну и еще одно действие, то есть меняю температуру с 20 на 21. Так, следующая зона помещения. Вот опять. Это у нас будет прихожая. Ну или холл. Хоть будет прихожая. Начинаем отрисовывать прихожую. Вот мы отрисовали. Ну и температуру поставим 17 градусов. Так, следующее помещение. Опять комната. Можете выбирать другие названия, ну или комнату. Можно гостиную и далее. Так, ну и температура 21. Так, ну и осталось последнее помещение. Это тоже у нас комната. Так, вот мы ее отрисовали. Ну и заменим температуру на 21 градус. Так, смотрим. Все у нас отрисовано. То есть и видим это то же самое на 3D модели. Так, это все выглядит. Так, все, вот мы отрисовали второй этаж. Переходим к следующему этажу. Так, спасибо за внимание. До следующего видео.